Энквист. Омарк сыграл с Лепеста и бросил сам поворотом. Там рикошет, несколько клюшек. Картиканин. Вот действительно опасный момент сейчас был у финского нападающего. Не удается забросить и открыть счет в матче, но слава Тилаев по-прежнему в большинстве. Омарк. Пас на Логинова. Много неудобная была передача. Логинову пришлось разворачиваться. А вот и шайба в ворота. Тему Картиканин открывает счет в этой встрече, подставив клюшку под передачу с правого фланга. И счет в матче 1-0.